И вот оно, МФЦ. Обновленное. Открылось после капитального ремонта. Вчера смотрела информацию, чтобы убедиться, работает или нет. Работает. Вот прошли мы 3 километра. И даже немножко больше. Но не менее 3. Вот здесь находится МФЦ. Ангарский дом 1, корпус 3. Ух ты, как хорошо тут сделано. А откуда машины? Туда-сюда снуют. Да, вот здесь находится. Пришли мы оттуда. Можем платформа Грачевская. Ах, вот с этой стороны поснимаю. Мои документы. Здесь место очень такое. Вот как сделано. МФЦ, мои документы. Называется многофункциональный центр. Проводит более 200 операций. Еще хорошая. Стала хорошая услуга, оказывается, людям. Москвичам. Это изменилось. Да, вот так выглядит МФЦ. Сегодня, после капитального ремонта, 2 июля 2022 года. Да, у нас район Западное Дегунино, в северном округе города Москвы, столицы. Так рядом вот с этим зданием находится. Давайте еще вокруг посмотрим. Пришли мы с Ангарской. А пойдем вот сюда, мы можем пройти к платформе Грачевской. Вот сюда. Здесь промзона железной дороги. Откуда-то едут машины. Опасно и место. Это находится наша МФЦ. Надо смотреть и смотреть по сторонам. Машины едут туда-сюда. Да. Иного пути, значит, нет. Да, ну все, я на этом заканчиваю. Наша МФЦ. Вот там объявление есть. Видно что-нибудь или нет. Да, вот. С 8 до 8. Западный Дегунино. Наша МФЦ района Западный Дегунино. С 8 до 8. Без выхода. Все, пойду получу карту москвича. Но место очень опасно. Вот пока машина. Все. В общем, надо смотреть, надо быть осторожнее. Фу, все, пришла. Пошла по делу. Ну ладно, сейчас выйду, скажу, получила я карту москвича или нет. Новую. Пойду. Там снимать нельзя. Я уже спрашивала. Нельзя. Ладно, пойдемте. Продолжу, когда выйду. Ну что, сходила я. Вышла только что.
вот я себя вижу. Вся в белом. Да. Да, вот. Вышла я только что оттуда. Все сделала. Ух ты. На себя посмотреть. Да. Сделала я. Взяла справки об отсутствии задолженности пенсионной. Там это, в общем, все, что хотела, я сделала. И получила карту «Москвича» новую. Сейчас не банковская, а просто для проезда. Вот, правда, со старой фотографией. Но мне сказали, что можно в любое время прийти, даже со своей фотографией, и заменить. Вот. Так что вот так вот. Там нельзя. А вот так хорошо там все сделала. Вот. Ну, в общем, я все сделала. Пошла я домой, во свояси. Давайте посмотрим, что здесь, какие услуги они оказывают. Понедельник. Воскресенье без выходного. Вот что здесь можно оформить. Вот что здесь можно. Чего раньше нельзя было. Раньше нельзя было этого. Вот, как много услуг, много функций. И сейчас мне дали справки. Так. Московская доплата к пенсии и пенсионную справку. Да, и... Да, и... Правда, только за 3 года. Не дать на больше срок. И вот карту москвича получила. Ну все. Пойду. Все, ухожу. Ой, все, пошли. Еще на себя посмотреть. Все. Ну, все сделала. Можно уходить. Ух ты, какая я вся белая. Красивая. Мне нравится. Да. Все, ухожу. Давайте вот здесь. Очень удобно. Вот здесь спуск. Пройдем здесь. Да, МФЦ, мои документы называются. На Ангарской, дом 1, корпус 3. После капитального ремонта. Вот здесь. В таком месте очень неудачно находятся дороги. Здесь машины приезжают. Очень неудобно тут как-то. Давайте еще раз на расстоянии посмотрим. Вот так оно стало выглядеть. МФЦ, мои документы, на Ангарской, дом 1, корпус 3. Так сейчас выглядит после капитального ремонта. Сегодня 2 июля 2022 года. Работает.